Майк, готовы? Хорошо. А завтра можно играть? Завтра? Нет, завтра не буду играть. Завтра увидим. Роман, если можно в целом оценить, вот как бы вы сейчас на данный момент оценили бы вообще уровень подготовки, потому что первый, по-моему, сезон, когда «Зенит» без длинных продолжительных сборов стал вступать в сезон? Два года назад так же вступали в сезон. Сейчас, я думаю, 4 игры, которые привели. Все в копилку, все. Я думаю, хороший год. Те изменения, которые произошли в команде, как отразились на коллективе? Никак. Нормально. Как было нормально, да? Рома, чем эта форма отличается? Мы тут других уже почувствовали, надо еще проиграть. Проверить. Они чем-то отличаются? Не знаю, я же не могу. Ваша, я просто не знаю. Поярче. Еще ярче. Кто сейчас стирает?